Узнать об отмене карантина от журналистов. Такую радость сегодня испытал депутат городской думы Змеиногорска Виктор Бабенков. Был приятно удивлен. Думал, продлится карантин гораздо дольше. Я ж никуда не хожу, дома сижу. В магазин схожу и дома. Потому что пришел в администрацию, как-то мне надо было. А там охрана говорит, нельзя. Я говорю, ну нельзя, значит, до свидания. Мне, например, поехать надо в Рубцовку. Это хорошо, что карантин сняли, значит, я съезжу туда. Кстати, открыты ли границы района, проверили сегодня днем корреспонденты местной газеты «Змеиногорский вестник». Они выехали на 12-й километр на самую ближайшую границу района с соседним, Третьяковским. Там демонтирован пост, дорога освобождена, и, как нам сказал сторож, который караулит вот эти объекты, за сегодняшнее время проехало огромное количество транспорта. При нас мы где-то минут 10 были на этом блокпосту, проехало около десятка, если не больше, машин. Жители довольны. Многие из них рвались уже ночью выехать в сторону Третьяковского района. Сказать, чтобы что-то прям вау изменилось? Нет, такого нету. Конечно, сейчас намного проще, что можно съездить по каким-то своим делам в другой район. Это отзывы обычных жителей района, а вот в социальных сетях новость об отмене карантина восприняли гораздо оптимистичнее. Теперь можно ехать в Барнаул. Маму на операцию нужно срочно везти. Очень рады, что теперь медикаменты в аптеке будут завозить непосредственно в Змеиногорск, а мы не будем их перегружать на КПП. Отличная новость, мы сможем выехать куда-то. Но пока нам, тем, кто работает в сфере обслуживания, не разрешают открывать салон, и жить легче не становится. Отмечу, что ограничительные меры в Змеиногорском районе сохраняются, впрочем, как и масочный режим. Судя по телефонным разговорам, сами жители самоизоляцию почти не нарушали, поэтому заболеваемость и пошла на спад, и сейчас равна нулю. Татьяна Голубева, «День с толком».